Здравствуйте. Итак, мы заканчиваем рассмотрение программы Danfoss 3.8. Единственная командная меню, которая осталась, это меню. Здесь отображается результат общий по вашей системе. Дальше по помещению. Проводом, отопительным прибором, дальше конструкции подпольных плит мы не рассматривали, других потребительных квартирных станций не рассматривали, накопительные стрелки не рассматривали, насосные группы тоже не рассматривали, вон другое оборудование тоже не рассматривали. Так, насос. Вопрос. Дается параметр насоса, расход и напор, которым в дальнейшем берете типа размер насоса. Дальше циркуляционные кольца расписаны для анализа. Настройки. Так, итоги рисунки мы видели в предыдущих видео, когда мы рассматривали. Так, ошибки тоже видели. Ну и материалы, все это вам понадобится для заполнения спецификации по курсовой работе, тем самым для отопительных приборов. Арматуре, которая применяется. Так, другого оборудования у нас не было. Итак, в курсовую работу вам нужно распечатать вот эту табличку. И распечатать вот этот рисунок, в котором все будут этикетки, чтобы было видно, какую арматуру да установить, какого диаметра, по поводу и так далее. Также смотрите видео, как это все сделать, распечатать на моем канале здесь. Так, ну а всем спасибо за внимание. Вы рассмотрели данную программу. Достаточно удачно и успешно. До новых встреч!